Друзья, всех приветствую. Небольшой видеоролик о моем новом объекте. Я вот его сегодня заканчиваю. Осталось покрыть лаком, прибраться. Вот, объект новый для меня. Сложный, что в техническом, что в моральном плане. Потому что я никогда до этого не брался за такой объем. Очень сложно было. Когда ты делаешь малые архитектурные формы, всякие поделочки, это одно. А когда тут большой объем, то уже сложности определенного характера возникают. То есть это вот в мастер-классах там все быстро сетку набили, накидали. А на самом деле очень сложно первый раз построить весь технический процесс, всю работу, чтобы все было слажено и быстро, и качественно. Поэтому вот... Как-то так, это с высоты уже пройденной работы, мои мысли, мои суждения. Вот. С заказчиком долго выбирали, какой будет проект, какой дизайн. Примерно у нас были представления. Мы поехали с ним ко мне, я ему дома показал свой умывальник, примерно какие камни у меня получаются, потому что еще у меня, ну, как бы, рука не сильно набита. Вот. Ну, вроде все его устроило. Все сделали. Очень сложный момент был в покраске. Выбирал заказчик долго, какой цвет, тона. Особенно вот долго мы с деревом подбирали. Был цвет гораздо светлее. Потом взяли грунтовку коричневую, слегка притемнили. Ну, в итоге вот что получилось. Вот такой... Такая имитация старых каких-то бревен, сучковатых, таких шашелем побитых, кривых. Хотели сделать по уровню, потом подумали, что бревна должны быть кривые. Это больше брутальности придает объекту. Здесь вот имитация камня. Заказчик выбрал такой серо-черно-белый. Здесь вот еще клепки будут прокрашиваться в медный. Вот. Здесь тоже мангал будет прокрашиваться. Здесь вот так. Потом уже, когда был объект почти закончен, заказчик захотел еще снаружи небольшую стеночку как-то тоже подукрасить. И вот что получилось. Тоже еще не все. Еще будет прокрашиваться клепки. Как бы вот за сегодня я думаю, что сдам этот объект и перейду на другой. Не менее интересный будет беседка. И столбы беседки будут имитировать деревья. С фонариками, с корягами со всевозможными. Да, кстати, сам каркас строил не я, он уже был построен и немножечко он имел скошенную геометрию, то есть неправильно на начальном этапе его построили, уже были трещины. Благодаря вот некоторым урокам Романа Кузнецова, YouTube-канал «Повернутый на камнях», я делал подложку, где трещины я подлаживал. Золотистый такой утеплитель, многие поняли, о каком я говорю, чтобы трещина с основного уже построенного каркаса не передавалась на мой каркас. Вот. Кое-где тут пошли трещины, переживал я по этому поводу. Ну, вроде все это молочком цементным замазали. Надеюсь, будет долго стоять и радовать заказчика.